Привет, друг! В этом видео я расскажу тебе о двух абсолютно разных на вкус, но точно достойных твоего внимания жидкостях для вейпа. Обе они из одной очень странной линейки Wired от компании Urban. Весьма приятная на ощупь картонная коробка, внутри которой нас встречает 120-миллилитровая баночка еще старого формата Чаппи Горилла, которая славится своим сопливым носиком. Ну ты же все равно носишь с собой салфетки, верно? Нет, я не идиот. И сегодня не мой день рождения, просто в коробке с данной жидкостью можно найти вот такой вот воздушный шарик с логотипом линейки Wired. Учитывая такую яркую раскраску баночки с Микки Маусом и изображением небезызвестного ученого, я уже нисколько не удивлен какому-то там шарику. По крепости у данной жидкости есть выбор из нулевки и уже привычной многим троечки. Соотношение глицерина к пропиленгликолю тоже весьма стандартное – 70 на 30. Вкусов данной линейки предостаточно. Это и кумкват с манго, и черная смородина с травяным чаем, и клубника, и даже красное вино. Для себя же я выбрал две другие. Это зеленый чай с жасмином и цитрусами, а также лимонад из кактуса с крыжовником. Не скрою, что последний мой фаворит. Обе жидкости совсем не приторные, а очень даже наоборот, свежие. Зеленый чай создает очень хороший фон для жасмина, а цитрусовые все-таки выходят на первый план. Я точно не уверен, что здесь, но очень отчетливо чувствую вкус апельсина. Как по мне, это ну очень вкусно и чем-то мне напоминает кальян. Я не знаю почему, но возможно я перекурил цитрусовых кальянов. Лимонад из кактуса с крыжовником. Да, это и на вкус странно, и даже на слух. Это уже не первый мой опыт со вкусом кактуса, но здесь он как-то проявляет себя совсем с другой стороны. Придает некой легкости и свежести, в то время как крыжовник обволакивает своей сладостью. Я не знаю, почему производители электронных жидкостей так мало уделяют времени вкусу кактуса. Ну да ладно. Как ты уже понял, я рекомендую тебе попробовать обе эти жидкости. В России их можно приобрести на официальном сайте по цене в 550 рублей. В Украине же на просторах Prom.ua можно найти где-то гривен за 160. Спасибо, что посмотрел это видео. Если оно тебе понравилось, ставь лайк. Пиши в комментариях, что тебе понравилось из этих жидкостей, что ты о них думаешь и что ты вообще думаешь о таком формате видео. Подписывайся на мой канал, чтобы не пропустить следующее видео. Увидимся!